То блеснет, то спрячется в тумане. И оползает в грифе в кость строка на смявшемся компьютерном экране. Еще глоток. Пожалуй, два глотка. А жизнь так бесконечно коротка, и в ней то много тьмы, то мало света. Да, господа, поймите же поэта, успеть сказать, вскричать про все поэта. И мысль блестит, и тянется рука к бокалу. За великое искусство, какой был стих, какие были чувства. Особенно вот там, на дне глотка. Экран мигает нервной белесной, и кнопки под рукой, как на баяне, несутся в пляс, ломая дружный строй. Но мысль опять скрывается в тумане. Поэт завис с поникшей головой. Нехорошо писать стихи по пьяни. По пьяни плохо. Только на трезвяк не пишется вообще нигде, никак. Это точно. Как я читаю?